Быть благородным и ответственным. Клянемся? Клянемся. Уважать старших и верить в дружбу. Клянемся? Клянемся. Теперь ученики 22-й школы Уссурийска в рядах нового всероссийского движения – «Движение первых». Решением президента страны детей и молодежь объединили, чтобы помочь найти себя и раскрыть таланты. Начать свой путь можно на специальном портале. Чтобы ребенок понимал, что я могу зайти на одну платформу, здесь у меня есть все проекты. Российское движение детей и молодежи предлагает 12 направлений. Любой ребенок по желанию может выбрать и найти то, что ему по душе. Или, если он не определился, он может попробовать себя во всем. Ученики рассказали, в свободное от учебы время и раньше было чем заняться. В 22-й школе есть кружки для будущих медийщиков, актеров, юмористов, исследователей и другие по интересам. Дети участвуют во многих федеральных проектах. «Юнармия», «Россия – страна возможностей», «Большая перемена». Но и движение первых лишним точно не будет. Если раньше как бы они соединялись, но не так сильно, в основном каждый сам по себе был, то движение первых, оно объединит это все в одно, и то есть дети станут ближе. И это намного актуальнее в том смысле, что это общение, это новые знакомства, это новый опыт. Участие в любом движении – это возможность попасть в Международный детский центр «Артек», в лагеря всероссийские, познакомиться с крутыми ребятами, зарядиться крутой энергией, сделать свой проект, например, как «Большой перемене». Сейчас тоже есть эта возможность. Также это, естественно, участие во всех российских съездах. То есть ты себя как бы зарекомендовываешь в школьной скамье, и потом тебе в универе будет проще. Первое отделение нового объединения «Движение первых» открыли в Центре детского творчества в начале февраля. Теперь очередь школ округа. Планируется, что в каждом учебном заведении будет своя точка всероссийского проекта. Анна Клыга, Алексей Максимов, Телемикс.